Кафедра психологии и педагогики образования приглашает вас на международный круглый стол «Социализация современных подростков. Контексты и подтексты системной обусловленности». На круглом столе будут обсуждаться острые проблемы социализации подростков, их адаптация и самоактуализация в мире. В центре внимания окажутся социально значимые вопросы возрастного развития, проживание подросткового кризиса, смещение его в норму или девиацию. Мы обратимся к опыту решения проблемы социализации подростков в мировой психологической науке и практике. Поговорим о внутренних и внешних факторах, обуславливающих подростковый кризис, отношении подростков с социумом и киберпространством. А также обсудим практики, позволяющие решать проблемы как самих подростков, так и их отношения со сверстниками и ближайшим окружением. В результате дискуссии будет создано общее семантическое поле, позволяющее проблематизировать острые аспекты социализации современного подростка, а также проявлены неоднозначные и многозначные стороны его становления. Круглый стол будет предполагать работу с залом, а значит, каждый сможет принять в нем участие и высказать свою позицию. Мы приглашаем всех желающих. Будем рады видеть вас среди участников круглого стола 16 июня в 16:00 по адресу улица Чаянова, дом 15, корпус 6, аудитория 273, а также онлайн.